Дорожка вдоль стадиона 11-й школы невелика, но востребована. Ежедневно ученики двух школ и жители микрорайона Углич проходят по дорожке, состояние которой было далеко от идеального. Во время предвыборной кампании активисты Углича просили обратить внимание на это место, но в план благоустройства, что формировался в начале года, дорожка не попала. На тот момент я обратился к главе. Мне очень приятно, что на сегодняшний момент он сдержал свое обещание. И сверх деньги, и сверх время, и сверх люди. То есть это наша просьба, и мне приятно, что он откликнулся. Вместо плитки на дорожке появится асфальт с бордюрным камнем. Работы планируют завершить до конца осенних каникул.